блядь. Ты сейчас, блядь, опять сползет. Съезжай, нахуй. Съезжай, блядь. Всем привет. Значит, это у нас хард-пак. И в него входит вот эта телега, которая перевозит фрукты, рефрижератор с Вознесенки по всей карте. 48 тонн грузу. На убитой Вольве. Телега 16-метровая, с большим объемом. То есть у нее низкорамник, не низкая рама получается. То есть высота от пола до потолка у него выше, чем у обычной телеги. Посмотрим, как она себя ведет. Грузимся. Вес большой, передок зажало. Тяжелый вес. Седло я еще вниз немножко приспущу. Важно посмотреть, как она себя ведет. Ее покачивает. Даже не поворачивает на грудь как-то.
Качается. Проворонил. Она себя ведет на волнах. Раскачку можно убрать в настройках, желающий. Тогда она сама уберется. Такая вот тебе. Петропавловск-Камчатский, 60 тонн. Цена 231 900 рублей. 350 рублей за километр. 584 километра за это расстояние платят 231 000 рублей. Подготовленная Вольво Саши Карала, которая будет встроена в хардпак. И также, соответственно, такой же трал подготовленный высокий, специально для труднодоступных мест. Трал, приспущенные колеса, 1500 лошадей движок, то есть 1750 движок стоит в тягаче, другой в телеге. Даже эти 60 тонн не чувствую довольно.
кочки и похер абсолютно. Идет она мягенько. Блять, тормозов-то нет нахер. Тормозов-то нет, блядь, стоять. Бах, все. Здесь она у нас на севере. Продавский не говорит. Пятьдесят тонн пытается протащить. Короче, техника идет и по бездорожью тоже. Протащить через скалы, конечно, идея глупая, блядь, а вдруг пойдет.
Спускаемся. Как-то же на Камчатку надо протаскивать, блядь. Thank you.
вот это опасно. Уже капустец. Нет, не капустец еще. Или капустец.